Слушайте, котики, ну не могу не снять. Гляньте, какой наряд у меня завтра будет. Здесь живот немножко торчит, но здесь еще прямо вот так вот футболка туда засунута. Но я хочу именно, чтобы она была засунута вовнутрь. В общем, вот такой образ будет. Образ стюардессы. Будем возле этих самолетов фотографироваться. Да, пузо бы убрать, конечно. Ну да ладно, фотошоп уберет потом все. Забрали девчонок с английского. Сейчас прогуляемся, погода вообще классная. И пойдут к нам, поиграют немножко, а потом Маргоша домой уже. Вот это школа такая здесь, наша огромная. Самый правый корпус вот этот вот, это бассейн. Конечно. Сейчас прогуляемся. Давай. Деловые уже повырастали. Заметили, да. Доброе утро. Девчонки, слушайте, сейчас что там времени? Сколько? Откуда лес? Откуда? Откуда? Сколько? 8:41. А 8:41. Кажется, как вроде 6, а не 8. Погодка, конечно, такая гомняная, я бы сказала. Ну, вроде решили, все, фотосессия будет. Решили, фотосессия будет. Поэтому идем с Сережкой сейчас в ленту, бутерброды сделаем. Сейчас мы пикник собрались еще вообще-то делать в конце фотосессии. Короче, как обычно, Серега подняла. Идем, блин, что делать? Он, конечно, возмущается, идет, что фотосессия у меня, а вставать ему. Гляньте, всякие птицы там летают. Гляньте. Ну, погодка, конечно, вы видите, да? Все черное. Главное, чтобы там на поле, где самолете, не было дождя вчера. Потому что мы тогда будем в грязи по колено возиться, получается. Ну ладно. Пошли сразу туда, в те ряды. Короче, мне нужно взять колбасы, огурчиков, хлеба, ну, для бутербродов. Пошли огурцов возьму. Картофель. Сразу 10 килограмм, да? А у нас, получается, вчера этот был день города. И сегодня все с такими больными головами. Еле живы. Парочку вот таких больших. Я их бочком порежу красиво. Ну, давай вот так. Потому что мне чисто на бутерброды. Ой, по 19 лям уже.
банан. А это, так, что мы, что мы идем? А, еще я хочу себе курицу домой взять. Забыли мы. Как всегда, коляску не взяли. Не хочу, они помнутся еще. Это, и кто их ест? Их никогда никто не ест. А так я просто бутерброды сделаю. Курица, а ну подожди. Девочки, еще я люблю сковородки, если честно. Вот такие, особенно я хочу себе уже давно купить вок. Вок такой вот этот. Вон они, да? Угу. Люблю с большими бортами. Вот такой вот с большими бортами. Пошли на кассу, котик. У меня эти ножки взяли. Худи, надо, хватит жрать. Слушайте, ну пришлось вернуться и пробить, вообще взять другие огурцы, потому что, как обычно, лента не ставит штрих-коды. Прям кумарят меня они этим. Каждый раз приходится возвращаться и брать какую-нибудь фигню, перебирать по-новому. Потому что они штрих-код не поставили. Мудаки. Ходила за бутербродом. Серёга, как обычно, тащит. Вообще, так меня бесит это, что они штрих-коды не ставят нормально. А меня, кстати, часто не замечают двери эти, не раскрываются. Да, маленькая для них сильно. Знаете, какое небо? Ну, капец, конечно. Я не буду брать с собой этот плед для этого, для пикника. Стул, да, наверное, лучше. Это точно. Да. Ну, даже вот Лариса сказала, это не бери для пикника, это не берите, потому что вряд ли, говорит, мы сядем, прям будем сидеть, а где-то там это все равно в виде фуршета устроим это перекус. Ну и классно, наоборот, не жарко будет, потому что жарко тоже. Сидишь, потом лоб блестит на фотографиях, зачем она надо? Ну да, ты тоже такое мнение, да? Ну, умная. Мне больше всего не нравится, что туда ехать далеко. Вот это да. Так здесь вот. А находится оно дальше Кумжинской рощи, вот в ту вот степь. Да, не помню, как называется. До, не помню. Короче, сброшу тебе в WhatsApp, где я буду. Серега, ты хоть мне говори, где ты будешь. А вообще, конечно, он думал даже, что я к мужикам езжу. Даже такая версия была, представляете? С учетом того, что у меня онлайн все снимается. Ну, я, видимо, все-таки умудряюсь. Кризис теперь все глупости про него рассказываю, которые он на меня думал. Правду не утаить. На другом не ночь. О-о-о, видите? Пошли. Слушайте, ни одного человека. Такое ощущение, что мы идем, ну... Вот в 6 утра, мы когда выходили, да, в 6, это, в 7. Вот такое. Ну да, вчера день города же был, я думаю, отмечали. Хотя, это, я, если честно, это, я не поняла, что был день города. Потому что вот, когда у нас в Донецке, например, был день города, у нас там везде прям эти плакаты, вывески. По телевизору там чуть ли не за месяц уже всех с днем города поздравляют. А здесь я даже не знала, что день города. Пока не открыла Инстаграм
и не увидела, что поздравляют там что-то друг друга. Думаю, что же за праздник такой. Потом поискала, смотрю, день города. И вот так я узнала, что день города. И я узнала уже это. Да, в аптеку идем. Это. Вот так вот через этот. И то я узнала уже часов в 5 вечера. Представляете? Насколько здесь это все так было ярко и красиво. Ну там в центре я смотрела, девочки прямые эфиры снимали. Что-то там выступали, кто-то там, какие-то казачки прыгали. Ну, короче, ничего масштабного не было. У нас обычно приезжали эти певцы, да. Звезды приезжали, сцену ставили, а здесь что-то как-то совсем тихонечко. Все тихо бухали просто и все. И здесь такой ветер всегда. Кстати, девочки, я даже если пью бокал шампанского, потом выпиваю таблеточку антипохмелина, потому что он выводит токсины. Вот, а мы вчера не только. Да, мы вчера пили вначале ликер, а потом шампанское. Поэтому токсины нужно вывести 100%. Вот. Сержик меня сидит, ждет. Серж горилый. Котики, ну что, я привела себя в порядок. У меня появилась на голове прическа, ресницы появились. Ну, в общем, привела себя в порядок. Сейчас оденусь. Я оденусь сразу в образ юбка, футболка, пиджак. Типа стюардесса. У меня еще кепочка есть на голову. Вот. А там уже одену платье. Не знаю, как я платье буду вести. Не знаю. Каждый раз хочу купить себе эти, как они называются, ну, специальные чехлы для того, чтобы одежду, да, заворачивать. И, блин, забываю. Котик, сейчас покажу вам свой наряд. Так, котики, ну что, я одела пиджак. На ноги будут туфли. И, конечно, пузико мое опять мешает. Но так вообще, мне кажется, очень даже интересно. Такой образ в пиджаке. Такая стюардесса имени Катя. Ох, да. И не втянуть. Жрать надо меньше, надо, девочки. Я даже не беременна, если вдруг кому интересно. Нет. Просто жирная.